Мрачные стены, тесные палаты, темные коридоры, даже обитаемые больницы на людей навевают ужас, что уж говорить о заброшенных и покинутых. У этого здания особая атмосфера, мрачная и гнетущая. Не только от общего запустения, от ощущения медленной, неумолимой смерти этого создания рук человеческих. Психиатрическая лечебница в деревне Борщевка. Кто о ней не слышал? Многие до сих пор думают, что она существует. А между тем больница канула в лету еще 17 лет назад. Территория 18 гектаров перешла в частную собственность. Какие-то здания эксплуатируются. Но несколько корпусов, в которых лечились, ели, пили, плакали, смеялись люди, медленно разрушаются. Они еще хранят в себе признаки той, далекой и уже ставшей ненужной жизни. Несмотря на все запреты, местные умудряются потихоньку разворовывать то, что считают ничейным. Доски, деревянные панели со стен, унитазы из туалетов. Хозяин здешних мест не раз ловил за руку грибников, у которых в одной руке корзинка, а в другой – только что вынутое оконное стекло. Это место живет своей жизнью. Под добротным бетонным плитом разгуливают стаи собак и размножившиеся в несметном количестве кошки. Плиты уложены еще военными. До 1976 года здесь была ракетная часть. Говорят, что эта территория до сих пор не обозначена на картах, засекречена. Еще ходят легенды, что в бытность здесь ракетчиков диверсанты и шпионы толпами нарезали круги вокруг стратегических секретов. И вроде бы часть снялась с места в два дня, когда американцы таки раскрыли какую-то военную тайну. На место военных приехали медики. Обжили 4 корпуса под палаты, еще несколько под административное здание. Известно, что помимо душевнобольных здесь занимались лечением зависимых от алкоголя и наркотиков. Из Светлогорского ЛТП, например, возили подопечных на обследование. Жизнь по распорядку, в котором указано, что делать, с утра и до ночи ленинская комната, старые советские открытки на полу и толстая в 20 сантиметров дверь в ординаторскую. О жизни больных говорят склянки с надписью «Спирт» и использованные пипетки, забытые туфли в одной из палат, брошенные бумаги и справки. По какой причине закрыли лечебницу в 2002 году, история умалчивает. Но теперь в Гомельской области только одна больница подобного профиля. А об этой напоминанием остались лишь несколько заброшек с решетками, проваленными полами, разбитыми окнами, да мрачная беседка, в которой коротали свои дни пациенты психиатрической больницы номер 2.